Как говорится, энергия приходит вместе с идеей. Набравшись той самой энергии, героиня нашего сюжета приехала в краевую столицу из самой восточной точки региона – города Нефтекумска. Валерия Самойленко – художник. Место нашей встречи – сквер перед правительством региона. В руках девушки – большой сверток. Он-то и стал главной интригой. А пока немного истории. Начала плотно уже садиться за холст, рисовать 2 года назад, если это округлить. До этого у меня была стабильная работа, как и у всех. Ну, потом я поняла, что это просто не мое. И решила уйти в творчество с головой. Творчество действительно поглотило девушку с головой. И она стала настоящим художником-универсалом. Пейзажи, портреты, натюрморты – одно из любимых занятий – украшение родного города настенными рисунками. Так как Нефтекумск – маленький город, этого мало. У молодежи есть свои идеи, они хотят это реализовать, и, в принципе, я им в этом помогаю. Помогает девушка и маленьким жителям Нефтекумска. Недавно она открыла студию рисования для детей. Теперь начинающие художники вместе с наставником делают уверенные шаги в изобразительное искусство. Ну а успехи самого мастера уже успели оценить на мировом уровне. Это самая первая моя такая серьезный портрет, точнее, большой холст, большой масштаб. Конор Макгрегор, это как раз когда был пик его популярности. Мой муж его большой фанат, и просто была такая идея, давай. Работа стала популярной в социальных сетях, и даже сам боец опубликовал ее у себя на странице. Совсем скоро муза снова посетила художницу, и выбор персоны на этот раз нас и заинтересовал. Давай посмотрим, что ты все-таки там привезла. Давайте посмотрим. Давай, раз, два, три. О! Кажется, я знаю этого человека. Как оказалось, этого человека знаем все мы. На холсте в оберточной бумаге портрет губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Как все творческие люди, будь то художник, будь то артист, танцор, певец, они жаждут признания, но не кривя душой. Действительно, они как могут стараются и пытаются о себе дать знать. И вот таким необычным способом я решила заявить о себе. И вот Валерия отправилась в правительство, а после прислала нам видеоотчет. Я вышла из правительства, передала картину. На самом деле мне очень приятно, меня благодарили. Я сама благодарна очень, что меня заметили, заметили мое творчество. Вот так. А вдохновение всем творцам желают Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.